планируя выполнить работу по комплексному благоустройству, улицы Кирова. То есть в рамках этих работ планируется выполнить ремонт тротуаров, приведение в порядок, так скажем, зеленых насаждений, то есть то, что можно, так скажем, восстановить, то есть провести обрезку глубокую санитарную, формирование кромок, удалить погибшие растения, вместо них высадить новые, также полностью реконструировать уличное освещение, систему уличного освещения, провести замену опор, потому что там срок эксплуатации этих опор уже около 50 лет, соответственно, он пожелает лучшего. То есть ориентировочная стоимость этих работ 75 миллионов. То есть эти заявки в укрупненных сметных расчетах подали, сейчас ведется работа более детально, фиксирование, смечу. То есть это мы до конца года должны сделать. Мы также подготовили заявку, направили в Министерство транспорта Краснодарского края выделение дополнительных средств на ремонт автомобильных дорог. То есть, так как мы планируем улицу Кравченко, улицу Кирова делать, то есть это и ремонт улицы Кирова, продолжается автомобильная дорога по улице Кирова. И также заявка направлена на окончание работ по ремонту покрытия проспекта. То есть это вся сумма выполнения, да, работ порядка 100 миллионов.